Доброе утро, пупсики мои. Поехали мы в магазины с Анюткой. Она в аптеку зайдет, мамочка таблеток купит. И все, и мы полетели до магазина. Что-нибудь купим из продуктов. Так что поехали. Тоже. Цитрамон и акрихин. Амипразол. Все, полетели. Куда-то, блин, который... Болит. Нет, который сейчас на педальку нажимать надо. Ну куда ты, на бордюр же едешь. Все, не заводится. Приехали, короче. Спустя 3 года мы... Куда ты выворачиваешь? Зеркала же есть. Запустили машинку. Теперь полетели. Ну сколько куча у нас. Не убирают. Ни в какую не хотят. Что на дачу? Что на дачу? Снегу? С лопатой купим. Есть. Есть же. Сзади лопата. Как? Иглу себе. Какую иглу еще? Иглу. Я против всего этого. Только ЗОЖ. Чем тут ЗОЖ? Ты знаешь, что такое иглу? Нет, я против всего этого. Это из снега. Домик. Горло болит у меня, пупсики. Давай. Ну и что тут здесь? Я говорила, ингалировать. Сколько снега. Вонючая, это ингаляция. Она эффективная. Но яйцами воняет, тухлыми. Сероводород. Куда едем, говори. Поехать. Короче, куда-нибудь поедем, ребят. Добраться, но. Там 100 лет не было. Да. Ну, вообще так-то нигде уже 100 лет не было. Но. Короче, куда поедем, там и что-нибудь покажем. А для начала поехали. Many mysteries beyond the power of the human mind to comprehend. Городок, пупсики, какой миленький, маленький, спокойненький городочек.
красный. Ранит. На работу еду, когда у меня обычно везде зеленый. На работу только зеленый, да? На работу по зеленой, а так чисто по красной. Ладно, топчем. Уехать бы сейчас отдохнуть. Вокзал. Скоро выборы. Можно онлайн голосовать, говорю. На госуслугах вроде, что ли. Надо узнать, чтобы не ходить онлайн. Ой, да у нас там идти-то вон до этого, до гусинок. Так я работаю. Ну где на работу, значит, не еду. Первый раз в жизни буду голосовать я. Ну, один раз голосовал, но это за местного мэра. Сейчас будем... Россию. Придется. Заставят. Хватит, хватит. Какая красота! Говорю, дорогие участки. Наверное. Очень. Ну, да. И никто не продает. Цены выкат, видать, наверное, нормальные. Сейчас еще больше подняли, сейчас же. Но. Наша квартира, да. Дорого стоит. Почти 5 лямов. Я в городах? Ну, я бы продал твою квартиру. Да, ты что купил? Вигвам иглу, против которого ты? Нет. А что? Сарай в Краснодаре. Сарай. Около моря. Все, вот мы приехали, короче. Короче, короче, приехали мы, блядь. Работу мы себе тоже там купили. Да. Сельскохозяйственный. Ой. ИП. Свиней бы разводил. Угу. Как вам такая идея? Хотите на это посмотреть? Ну что там? 5 лайков и поехали в Краснодар. Нет? Есть желание? Все, ладно, погнали. Датчик до Китая раком еще. Она уже шланги смотрит. Он грабель. Задача еще как до Китая. Это деду надо. Это деду надо. Чего? О, стул прикольный. Это стульчик такой. Он такой. Стул. Всякой херни тут. Все ставлю. Уголь для шашлыков. М? Сразу возьмем. Че еще? До мая недолго. Бумага вот эта хорошая туалетная. Берите. Дров куча. Ой, что-то мы к затычкам пришли. Извините, девушки, извините. Что тут есть? Ну, всякая херня. Вон у нас заполнено все. Моющие. Брошище. Мыть краску для волос. Короче, смотрите, яичный шампунь, яичный бальзам. У него есть же. У него закончился. Откуда? Ну, там 3 штуки. 2. Так они пустые все, надо выкидывать. Не могут они быть пустыми. Да? Гранулы от засоров. И сера, чайники, тостеры, все есть. Да, 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 да.
сковорода он какая-то на электрический. Термопод, да. Что только нет. Термопод — такая шляпа. Ну, для дома, если. Чайники. Нет, чайники такие нравятся, Анюте нет. Мир носков пришли. Мой, бокальчики. Стопочки. Ну, какие бокалы. Красивые. Давайте посмотрим, кто-то уже. Что вроде. Прикольные. Кружки, да? Мне нравятся. Но они мне нахер не нужны. Ого, подкрадули. Прикольные. Сейчас гонять. Анютки. Да? Зимние ботинки продают. У меня есть такие, только летние. Оно маленькое, не надо. Не может быть. Написано номер 2 на 2,20. Не надо. Где? Оно беспонтовое. 2 на 2,20. Оно беспонтовое. Поставь сыры, молоко. Холодосина. Рыбушка. Рыбушка. 349. Хорошие, кстати. Мы нет-нет, едим их. А? Хороший такой, такой, по-моему, набор. Это тоже нормально, эти тоже нормальные. Эти грязные, как беленькие. Зачем тебе столько? Рыба надо мне? Не знаю. Не знаю. Вот. Холодосик, что такое, не клубничка уже пошла. Вообще. А мороженое-то тут какое вкусное. Нам? Сейчас? Не, вот. Шоколадное. Тебе? Открывай. Пытаемся. Нет того. Он тоже вкусный. Салфет. Мне кажется, офигенный. Да? Да? Может, взять это? Только мы потом как выздороветь все, заболеем снова. Да? Не надо. Не надо. Не надо ничего, положи. По традиции мороженки и энергетик. У меня вот такой. Буду пить. Энергетик есть, мороженое. Но как раз горло не болит. Мороженое лечит, говорят, горло. Опа, стой, таблетки выпали. Сплошное какао. Вкуснятина. Мороженое поели. Ой, извините. И двинули дальше. Поехали. Сладости Анюта набрала. Довольная тебе. Какие сладости? Что она была, конфеты не взяла? И покрывалась уже. Я вот эти такие же штучки, эти тяпки, ладышки маленькие, смотрела на Озоне, они там, блядь, по 250, по 300. А блядь, тут что? По 99. Это 99? Ладно, дома и будем делать, что купила. Ехали в следующий светофор. Смотрим. Ребят, вы не обессудьте, на меня просто все так смотрят, я не могу это снимать вам нормально. Варежки возьмем. Варежки возьмем. Что на работе нет варежек даже. Блюдите пельмени. Пельмени тут говно. Тесто вот это хорошее. Единственное. Сырники не пробовал. Эти тоже не пробовал. Не знаю. Ну почти ребятам покажем, что там есть в холодильнике. Ягоды, чинить, смородины. Пойдемте, зайдем сюда.
проведу вам экскурсию. Майонезы. Вы брать будете? Нет. Хватит. Ну я бы поел. Ну давай возьмем. Пусть будет, да. Но вкусно. Мне нравится. Ядрененько. Вот это мясо можно поесть. Такое делали мы. Ну, типа такое. Ну, да, такой далеко. Вот майонез хороший. Вот это. Вот это вот они не едят. Я вот ем такую печеночную колбаску. Прикольно. Вот это вот колбаса вкусная. Это так себе солями. Какие ви. Мечта моя. Мечта моя. Ты куда ушла? Мясо. Ну, допустим, сколько? 7 килограмм. Что это? Свинина на кости. 1,5 рубля. Стоит. Раньше Санютка постоянно здесь мясо брали. Но здесь одни кости. Мамка говорила, ей макарон надо было. Да, 5 килограмм. При этих вот. Надо позвонить, давай позвоним. Пойдем пока так, обратно придем, заберем. Сейчас позвоню маме. Макарошки. Мы такие не едим, да, Анюта? Анюта макароны с вот этих не ест. У меня тоже какая-то макароны. Спираль. Такие. Ну, так видите, я не могу такие есть. Так это 3-килограммовый. А тебе какие макароны-то нужны были? Че, ну 5 килограмм? Томаты маринованные. Кто-нибудь любит помидорки? Я очень люблю помидорки. Анюта все смотрит. У нас на даче он все вот такой херней поклеен. Домик. Пленка. 3D. Коврик для та. Толчка. Короче, вот. Ставьте все на паузу. Краснодарский соус. Когда-нибудь еду положить. Тазик на дачу. Ведро. Недорогие. Вяжут. Какие только ковриков нет. Мне вот такое надо. Антистресс. Ладно, идем дальше. Тут конфеты у нас, тут всякая пирогова. Сушняк тут, конечно, это так себе. Новые палки, вот эти. Это мы ели. Возьмем? Нет. Давай без сладкого, сколько можем. Положи. Начинается. Одни сладости убрала тут. Бессовестно. Что? Не требует вас. Уже гороховое. Прикольно. Что, возьмем? Возьми одну, пусть будет. Иногда хочется горохового пюре с мясом. Бич-пакеты. Смотрим, ходим. Соки. Кафе. Это говно не берите. Опять. Но и выпейте его потом. Берет сок, чтобы сделать там. Угу. Поставит она. Земля дорогая, хули. Набрали вон. Анюта набралась из земли. 100, 200, 300 литров. Машина пригружена. Хоть бы тележку увезла. Телеги у них тут вообще не катаются толком. Все, едем-то на дачу. Все, поехали дальше. Куда? Домой поехали. Все. Там уже все нервничают. Бабушка нервничает, все нервничают. Сейчас еще в одно место заехали. Какое? В одно это секрет. Пустырек.
Приехали в сад, смотрим рассаду. А эти будем брать? Нет, у меня есть. Откуда? Короче, смотрим цветочки. Ну и все, поездили. Сейчас домой. Сейчас Анютка купит отвертку и домой. Набрала цветов, а там это, терминал у них что-то не работает. Побрились, короче. Едем домой. Да не будем заходить? Зачем? Ну что-нибудь еще, что там только? Сладкое, да, только? Готовить-то нечего. Ну. Пойдем, зайдем. Магнит пойдем вот сюда. На, тебе 23 февраля. Отвертка. Я даже пользоваться ей не умею. Ну что там пользоваться-то? Пальчик вот туда прикладываешь к концу, вот к этому, да, и лампочка загорается. Ничего. Ладно, идем магнит. Магните. Что мы имеем? Сегодня вас по магазинам таскаю как туда-сюда. Крупа. Почем у нас такой дорогой рис? Куда это ломят? Какие цены? Даже манка полтинник почти. Вот каша прикольная, крупа пшеничная. Кто умеет готовить вообще? И вот это мне мама вкусно делает. Вареники. Не говори мне такое. Или с картофелем, грибами. Хоть с чем. Если буду брать. Вареники, тема. О, лайк за вареники. Обожаю вареники. Уже пюре все дорогое. Эх, все дорогое. Вот мука хорошая. А Анюта берет. Нету, наверное, тут ее. Нет. Раньше вот это все время брали. Сахар Кирова знает, сколько стоит. Рис взяла какой-то вот такой вкусный. Охота за гречкой. А мало ли, подорожает. Памперсы. Памперсы у них, конечно, тут ой-ой-ой. Ценник есть. Угу. Акции, акции, акции. Кофе возьми себе. Кофе возьми себе. Для собак. Рубль денег. Сколько? 3,8 килограмма. Печеньки. Такие разные. Хлеб. Анюта берет. Это смак. Вкусный хлеб. Вот бомба. Для бутиков. Хлеб дорогой нынче. Можно самим печь. Но у нас нету пекаря. Это пекать. Кофе, кофе, кофе. А что такого? Нигде больше? Нигде больше нет. Ну все, мы дома. Рубрика «Че купила?». Смотрим. Грязь. Подожди. Вот уже все. Все упало. Каша. Рипсы. Вот готовили. Вкусные, кстати, они. Индейка какая-то. Вот. Филе грудки. За деньги, да. За деньги, да. Вареники. Это Анютки на работу. Сахар, рафинад. Еще один хлеб. Рис. Ну, вы видели. Гречка. Нет, морковку не буду доставать, чтобы не... Ладно, не доставай. Хренадер. Хренадер. Ядреный корень. Сок манго. Да, давай дальше. Ну, блин. Варишь. Я там взяла еще немножко.
Вот. Салфетки мои. Прикольные салфетки, кстати. Вонючие до того. Но прикольные. Ой, пюре гороховое. Корнишоны. Colgate. Молоко такое. Ой, что купил? Давно не был. Клеем против перхоти, это мне. Это казинаки тоже мое. Это тоже Пичагин. Майонез мое. О, это монстр убийца. А зачем две? Две тяпки. Вот она, я хочу вернуться. По 99.90. Это что у нас? Это у нас этот, как он? Это что-то не то. Это мое. Это тоже мое. И это мое. О, Кеши, это мое съемное. И это мое. О, крылышко. И это мое. Будем делить, сходить. О, это мое. Это деду надо. Палет. Покажешь? Покажешь. Палет. Все, там все. Лук, морковка, картошка. Это у нас доброцен. Ну, кроме каши. Ну, там вот лизофоры, доброцены и все. Ладно, чеки не будем показывать. Что дальше? Все? Все, отвертка. А, ну еще у нас есть этот. А, хлеб еще. Лук, морковка. Лук, морковка и картошка. И показываю, что Анюта мне подарила. Вот. На 23. Вот это. Вредит вашему здоровью. Отвертку. Сейчас буду пытаться делать вот эту резетку. Проверять, есть ли там плюс или минус. И лимонада она мне взяла. Соизволили. Будет с крылышками копченые. Да. Вот с моими. Крылышками копчеными. Ой, вот эти волоса даже есть. Волосня. Так что все. Ну не все, что. В принципе, все. И плед там уже лежит. Мне понравился он, как смотрится в комнате. Так-то вроде стрёмный цвет, а в комнате ничего. Не, не очень. Ладушки. Включимся. Все убираем. Еще раз два кофе было вот таких арабик. Анютка взяла себе. Одну домой, одну на работу. Одну домой, одну на работу. Так что все, ребятки. Кстати, вообще неплохой кофе. Раньше этот пила, все, эгоист, да бушида. Сейчас не не работает. Где-то пробили, короче, этот провод. Я думаю, что где-то здесь надо все снимать и делать. Не помогла отвертка. Но она все время думает, что я даже резетку сделать не могу. Ну да, не могу, я ее плохо сейчас закрепил. Надо снимать шкафы. Этот, он у нас приклеен или как, я не помню. Прикручен, Роман, видишь? А, ну все, вот тут мы и прикрутили. И перебили его, значит. Она как-то вот так, наверное, идет. И именно куда-то. Штробить надо. О, конечно, мама варила. Так что как-то так. Ну что, ребятульки, пупсики мои, хочу поздравить всех мужиков с праздником. А девчонок. И девушек тоже. Блин, обязаны. И девушек. Анюту всех. И сели есть вот такое вот божество. Давайте выпьем лимонада, чтобы у вас все было, и вам за это ничего не было. Миру мир. Ладно, на этом будем заканчивать. Там правда вкусные. Ну вот это именно курица вкусная. Я возьму сейчас. Да? Угу. Именно вот эта. Угу. Она не красивая, но вкусная. Она сочнее. Она сочная, прям такая мощная. Вкуснятина. Ладушки.
А та покрасивее, но она не очень. Ешь. Все. Больше сегодня снимать ничего не буду. Давайте. Люблю вас. Крепко обнимаю. Давайте, пупсики мои. Удачи.